19 октября ДК «МИЭТ» объединил любителей акустических инструментов. «Квартирник», организованный вожатским отрядом «БИТ», погрузил гостей в яркий мир живой музыки. Прошедшие отбор исполнители согрели сердца слушателей композициями разных эпох и жанров. Квартирник «БИТ» состоялся уже второй раз, но вожатые даже не думают останавливаться на достигнутом. Команда «МИЭТ ТВ» благодарит ребят за теплый осенний вечер и желает успехов в дальнейших начинаниях.